Так, едем с Адлера, короче. А, из Кудепса, да? Да. Мы на карантине. Выехали. Так. Посмотреть, вдруг какие-то эти столовые, типа суп. Где-то суп, может, продают на вынес хотя бы. А сейчас едем в хосту. Потому что в этом нету. В Кудепсе. Полиции в Адлере капец сколько. Прям дорогу там перекрыли, можно сказать. Ну, мы так потихоньку выехали. Нормально, один там сейчас второй этаж подготовят. Баблишко косить будут. Фонбет, сразу две конторы. Ты фонбет не заряжал ни разу? Карман, вот этот ломбард. Это рабочий? В кармане там они технику принимают. Я уже находил этот карман. Только на рынке. Нет, ты реально в Воронеж хотел уже соскакивать, да? Ну да, я прям ехал на заправку, и тут продлили права. Нормально, повезло, повезло тебе, красавчик. Красивая церковь. А, я ее постоянно видел раньше, я на ласточке мимо проезжал. Вот это якорь, ты видел там якорь наверху? За место креста. Опа. Это что, перегородили? На паузу сделали. А. Вон, якорь, обрати внимание, там на крышу. Смотри. Прикинь? Не крест, а якорь. Ну как бы это крест? Странно как, да. Ну, якорь должен быть. Красивое тут место. Надо сюда как-нибудь прийти прям. Я по красивым церквям брожу. Такую я еще не видел. Ну, видел, но не был. Это, наверное, еще с Олимпиады, да, все вот это вот. Кому бы надо было, да, вот это все делать. Море вот. Как ты думаешь, по пляжу ходит полиция, вычисляет? Ну, я видел, там девка была мокрая, видать, ходила по пляжу. Росгвардия ее. Крепанули? Да. Тащили. Ну, так шли. Да, времена настали. К морю даже не подойдешь. Так, ну, хорошо, ну, типа, хоть работа, ты такси там. А я. Там, видать, а я, короче. Что там совсем надо?
Ну, наглый по-любому только местный. Почему? Местные туда не ходят. Наоборот, на да? На море не купаются. По несколько метров. Не видят. Это кто глаза выпучит, море не видал никогда. Да, не, сейчас еще рановато все равно купаться какое. Можно такое воспаление, там. Можно такое. О, мы в хосте. Вот хоста. Посмотрим сейчас. Я тут сам первый раз, ребятки. Посмотрим. Вот там фотки вообще крутые будут. Вот там только все заросшее, брошенное. И вот эти колонны там стоят. А вот про хосту мне рассказывали, что это такой недешевый городок, да? Это поселок. Сочи? Ну да. Вот это аллея, да? Ты про нее говорил? Ну да. Это улица СССР. СССР? Ну да, мне здесь нравится. Сейчас поедем на гитар. Смотровой тут нет? Заебись, я в пьяном угаре прошел этот карантин 2 недели. А то я первый раз, когда узнал, думаю, ёбаный, бро, 2 недели. И все, уже позавчера закончился. Вот там вот хлеб вкусный. Пекарня? Ну, там не пекарня. Музей истории, рабочий? Сегодня погода, солнышко прям. Стадион. Неплохой, кстати, стадион для хоста это. А вот это вот речка Кудепса была? Гостиница вообще бомба. Дорогущая прям. Это детский сад, да? Красивый. Не видно, правда, солнце светит. Это школа? Ступеньки. Прикольно, когда у них все в одном месте, да? В моем городе там тоже почти все в одном месте. Все очень близко. Для детей рядом. Суды, там, прокуратуру и полицию. Ну здесь прям туристов тоже хватает, да? Все без масок, смотри, работают.
Вон их не номер. Торговый центр. Похоже, что это тот самый случай, когда вирус распространяется недостаточно быстро, и ему решили помочь. На сегодня все. Завтра будут новые истории и новые герои. Берегите себя, оставайтесь дома. Опять я без масок. Дорожники тут угорают. Вообще в кости похуй им, они все без масок. Вон мужик только на тачке, на дорогой, в маске. Да, прикольно здесь, мне понравилось. Ленин такой маленький стоит, его здесь не сильно уважали, походу. Слушай, а я и здесь был. Я садился. Вот это станция на Ласточку, да? Да, вот вокзал. Я тут был один раз. Там еще, я удивился, не работало это. Ну, куда сумку ложить? Он говорит, она не работает, проходи. Прикинь? Я такого нигде ни разу не видел. Он вообще там спал, охранник, короче. Это я тогда в Сочи жил. Или в Лазаревской я жил и ездил всего лишь на один день, прям с утра и до вечера. Вот они, все без масок. Асфальт меняют. Ну и, по-моему, честно меняют. Что-то хорошо они там. Аккуратно. Прикольно ты мне городок показал. Ой, я люблю Сочи. Пойдем там сфотаемся. Вот это и вот там я люблю Сочи. Прикольная она, красивая такая. Покурим заодно. Опа. А я видел эту фотку. Я думал, она в Сочи где-то находится. Это фонтан, да? Я не помню, по-моему, изо рта у ней там. О, бамбук. Бамбук хороший здесь. Прям такой шикарный. Что-то они все пообломали, но мы фоточку все равно организуем. На свой сфотой. И мне по WhatsApp пришлешь. Вот, я люблю Сочи. Так, я сейчас.